Привет! В эфире обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона, как обычно, я, Амортис. Мы с тобой живем в странное время, дорогой зритель, во время, когда компьютерная графика уже почти не отличается от реальности, а призраки прошлого вновь обретают жизнь. Такая вот игровая некромантия, и сегодняшний нововоскрешенный очередная легендарная игра Crazy Taxi. Встречаем! И да, в свое время она тоже была культовой, и я ее помню и люблю. Но вообще каждый раз как-то не по себе, когда качаешь такую вот воскрешенную вещь. А вдруг она испорчена при переносе на новую платформу? Или что еще хуже, вдруг с ней-то все хорошо, но она не произведет такого впечатления, как раньше. Давай посмотрим. В главном меню мы видим три режима игры. Это аркада, оригинальный режим и Crazy Box. Вообще-то разница между аркадным и оригинальным режимом абсолютно никакой. Скорее всего потому, что оригинальная игра это и есть аркада. Но мы же олдфаги, нам подавай оригинальный режим. Ну, дальше выбираем, как будем играть. По правилам аркады, ну или на какое-то определенное время. И выбрав, попадаем в меню выбора персонажей. Кстати, пока это самое меню загружается, можно посмотреть небольшой гайдик о разных фишках, которые можно делать в игре. Всего в игре доступны 4 водилы, у каждого из которых своя тачка. Это зеленоволосый чувак Аксель, радостный негр Биди Джо, девушка со странным для русского уха именем Гена и какой-то мексиканский гусь. Все персонажи знакомы еще с детства, у каждого, кто играл тогда, наверное, был свой любимчик, я вот всегда играл за Акселя. Ладно, тут все в порядке, давай прокатимся и посмотрим, что да как. Если вкратце, суть игры проста и незамысловата. Тебе нужно ездить по городу, подбирать пассажиров и вести их к пункту назначения, ориентируясь по указателю. Но это если вкратце. Дело в том, что их надо не просто вести, ведь у нас сумасшедшее такси, пассажиры которого любят кататься по-жесткому. Да, возить их нужно как можно быстрее и как можно безумнее. Сначала о времени. Во-первых, есть основной таймер. Когда цифры на нем достигнут нуля, ты проиграл. Во-вторых, свой таймер есть и у каждого пассажира. Торопятся они все куда-то, видимо. Притом настолько торопятся, что если ты не успеешь довести чувака до точки за назначенный им срок, чувак просто выпрыгивает из машины. На полном ходу. Ну и кто теперь безумен? Кстати, теперь о безумии. Конечно, не нужно таранить машины и врезаться в икарусы. Во-первых, мы не рок-звезды, а во-вторых, аварии просто-напросто тормозят, а ведь ехать нужно быстро. Ну и во-вторых, за это не дается никаких бонусов. Бонусы зарабатываются по-другому. Нужно на полной скорости проноситься буквально впритык к встречным машинам и исполнять как можно больше трюков, вроде прыжков через поднятый разводной мост. Это что касается аркадного и оригинального режимов. А что же из себя представляет Crazy Box? Все просто. Это набор испытаний, этаких челленджей. Каждое испытание имеет свои особенности управления и свою карту. К примеру, нас просят разогнаться на трамплине и пролететь так далеко, чтобы перепрыгнуть некую точку. Перед началом испытания нам дают совет, как его пройти. Ну, в данном случае надо быстро тапать по иконке или вроде того. Давай подводить итоги. Честно, не знаю, как бы я отнесся к этой игре, если бы рассматривал ее без своих ностальгических чувств. Но все же Crazy Taxi — это Crazy Taxi. Бешеная динамика, безумие и бодрая музыка. Трэш и угар, например. Так что, если ты играл в нее в детстве, качай обязательно. Если же нет, тоже качай обязательно. Не пожалеешь, честное слово. На сегодня это все. Оценивай, комментируй, подписывайся на канал, если понравилось видео. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. One fight, damn it.